и человек, который провел наибольшее количество матчей за Герту. Ну а сегодня на свою карьеру, и уж не знаю, с какой в первую очередь ассоциирует. Бремен, Бавария, Саксон. На сегодняшний день самые популярные команды Берлина. Чем 4-1 в Бремене в первом туре. Ну и последний раз ожидания Айнтрахта, болельщиков Айнтрахта, наверное, все-таки берлинской команды. Хасебе нам показывают. Рене это впервые обслуживает подобную игру. Да, Айнтрахта из Франкфурта на Майне. Данкер. Арк плюс 15, да, довольно комфортная погода в Берлине. Матеус Куни, 10 номер, бразилец, ярко по правой бровке, 18 номер, скорость Костич. И здесь, конечно, из Брауншвейга. Футболист, он из часто Герта в атаке, подать штрафную площадь. Уже без своих многих ветеранов играет. В сравнении с предыдущим матчем, во-первых, против Майнца, ну, тогда проиграли. Это фалит как раз-таки Занкер. Дачи у него были голевые передачи. Немножко взволнованно, может быть, в Абаде. Другие игроки обороны были, но и здесь вот, пожалуйста, успевает. Когда 4-5 Герта проиграла, то корчится от боли на газоне, просит арбитра выйти на поле медицинский. Это Боята и Джордан Турнарига. Он был дисквалифицирован. Если этот игрок не продолжит встречу, подача на ближний угол. Костич яркий. Ну, тогда в пользу Сербии. Активно провел предыдущую игру. Больше, как мы видим, пока что владеет мячом. Это несчастное колено в атаке Герта. Попытка далее. Ну и здесь Андресила. Теперь играет надежно, спокойно. Здесь надо побороться за мяч. Хорошая передача. И дальше в штрафную площадь. Ну, как грамотно. Ну, еще совсем недавно, казалось, списали со счетов. Пока что Айнтрахт. Передача в штрафную площадь. Удар. Да, это пока он проигрывает эту конкуренцию 33-летнему игроку. Очень важная фигура в составе Айнтрахта. Ну, выиграл этот трофей. Играв финале вместо Юпа Хайнкеса. Ну, удачно, неудачно. Это, давайте посмотрим после дата. Ну, а вот нам показывают, будет при подобных раскладах передачи партнера. Ну, кстати, здесь передача на Матеуса Кунью. Задумал вот такую вот своего соотечественника. Хорошая такая. В атаке Айнтрахта под свист трибун завершает эту атаку. 3-6. Ищем ударом Андре Силве. Пандемии коронавируса, естественно. Штайнхаус. Это фол. Ну и неплохая атака может получиться. Падение в штрафную площадь. Будет выполнять сам Сил. Удар. Волов. Ну, настолько сильным был. Угадал картину, как и в прошлом сезоне. В первую очередь, конечно же, выбивает трап. Ну, неточная передача. И вот сюда к линии штрафной. Давайте посмотрим. Да, Кинтереги на подача. Скидка и удар очень. Прострел опасен. Сегодня такие. Достает мяч у самой бровки. Но выигрывает пока со счетом 1-0 команда из Франции. Очень опасно он играл против Роде. Просто
Желтая карточка, судя по всему, будет, да. Туза, имя восьмимесячной девочки, которая страдает от лейкемии. Чакамада, подача, удар! Два. Его Трунарига, ну и рядом Боята. Щитников, Баздост. Повторение прошлогоднего сценария здесь, на Олимпийском стадионе. Айнтрахта, я-то уж грешным делом сказал. Но обращает на себя внимание количество выигранных единоборств. Да, когда выручил трап, не особо заметен получается у Андрея Силова, но я уже отмечал его отлично. Очень много японцев против команды. Хочу штрафную и дальше продолжит. Выбивает Туре, и здесь открыт фланг, потому что убежал в годах, я уже об этом говорил. Вот сейчас подача. Ну и сейчас долго рожал эту передачу. Ну и пока Герта уступает в Берлине, Айнтрахту посмотрим. Он даже не ждал отклика, но в итоге этот отклик поступил. У Герты под первым номером Шволов. Но сейчас по совпадению Джон Кордоба. Вот сразу прием против Куни, которому наступил на ногу. Так чуть не от желтая карточка будет. Подача, выбивают мяч Айнтрахта и пара форвардов. Девятый. Ну и здесь уже проявил себя Майер. И после розыгрыша штрафного сейчас команду. Заброс в штрафную площадь, скидка. Заброс. Кордоба. Поборолся. Резервный голкипер. Защитник Чандлер, правый бэк. Еще один игрок правый. Эльсоу. Игрок вышел он с ворот, выбил мяч. Но здесь на подборе. Когда 3-3. Сыграл в Бундеслиге в последнее время. Тузар. Ригу. Здесь отличный с Айнтрахтом. Ну и напомню, что Тузар. А штангой. Ну тут не получилось. Акцентированно для Герте. В нынешнем чемпионате удар. И борьба как... Рвется к этому мячу Баздо. Набирает скорость Кордоба. Убегает от Хаса. Ну что? Так, момент. Луки Бакьо. В итоге Матеус Кунья. Технарь. Бразильский удар. Кунья. Матеус Кунья. Кордоба. Удар. По мнению судьбы, да, тоже. Сегодня пока что, похоже, зафиксировал арбитр против Суба. Раз. Зефик. Мягкая передача. Скидка. Это не... Ну, по-моему, не было офсайда здесь. Интрегер вмещается назад. Делает классную передачу. Удар. И... Не успел накрыть. Какой ювелирный, бильярдный. Так, где были... Все опорники. Конечно, надо было набирать очки в домашнем матче, но еще не все потеряно. Открыл оборону этой атакой.